Справа там еще тоже. Черт. Он там за деревом. А, он там есть? Но дело в том, что сзади тоже были. Бегут, блин, стелса нет. Надо отходить. Вот сюда. Поверь, надо отходить, всегда надо отходить. Я тут уже задолбался просто, я сдохну, наверное, раз пять. Ну, я сильно неаккуратничал поначалу. Это уже потом начал. О, вот это мое место. Это было мое место. Что-то все ушли отсюда. Неважно. Ну, дальше, вон там няха. Или то наш. Может, тут наши пришли, всех убили? Ну, вот дальше. У них там Нуи, вот тут, короче, лагерь Пита, сразу за вот этой фигней. Там их не Нуи, там сразу, походу, Дейлик у них на черепашек. Сейчас прям туда пойду. Да я вижу, вон они есть. А где? А я сейчас гляну по карте, они должны где-то сюда, наверное, идти. Проход где-нибудь здесь есть, интересно? Здесь я выделил кого-то седьмого уровня, понял? А где? За стеной, что ли? Смотри, кто-то есть наверху. Интересно, его реально достать, он 31 уровень. Я, блин, спалился, черт. Я тоже спалился. Можешь убить у того, который на... я пафис, то он да. бежит. Взял, что ли, еще? Не-не-не, все нормально. А чё ж ты такой толстый, ладно. Вот, ну я попал чуть-чуть, ну ладно. Поднимай 51-го. Убивай его. Блин, обезоруживание, сейчас сниму, блин, чёрт, где-то. Меня законтролили. Хотя бы нуба тогда убей, не знаю. Один, я нуба убил, вот он, да, 31-й. Ага. А этого сейчас убью. Спасибо, дерево. Дерево помогло, реально помогает, да? Вот единственное, почему лучники такие слабые, смотри, вот такой бой и половина маны. У меня тупо два таких боя, и все, и стоишь как дебил. Интересно, куда мог 31-й? Где ты догнал его? Я догнал. Вроде. Да, догнал. Так, вот тут фармили цветочки. Странно, что распугали всех. О, вон там кто-то есть. Отлично. Уже раненый на 50%. И дохлый кот. Ха-ха, обрыкайся, обрыкайся. 50. Давай 50. Там их трое, да? Да. Бурст. Зря поднимаешь, надо было добежать. Я не поднимаю. Та умри ты с ебаным щитом, мудак. Блин, скиллы послетали. Вон, половину раскосанный лучник. Вижу. Еще один рога, но это злой, тот, что я убил. Да? Ну как, он, видишь, он не очень как бы стремится. Ай, блин. Кнопки послетали, так бесит. Да сейчас где-то обканем туда. Давай, рога, ты почти убежал, вперед! Манки нету, чувака, к сожалению. Блин, да еще встал сразу уходи. Да? Стой, лошадка! Стой! Блин, пришлось стелс палить, но это 14 левел, того стоило. Давай где-то по кашем. Так, уж уходят в стелс, там спереди вижу чуваков. Ну, у меня нету стелса. У меня нету. Я вот тут спрячусь за камешек. Давай я там расставим. Я боюсь, он нас увидел. Но я вот так вот тоже стану здесь за камушком. В реке. Да просто скачок не мог сделать. Mm. Так, это у меня... Нет. Так. Чё, кто стелсы пробежал? 53-й. Твою опять ушел стелс. Да. Да блин.
Окей, манна эконом. А не, там кто-то бежит, поэтому не манна эконом. Блин, так и вылетел он оттуда, да? Ай-яй-яй, не. Что это было вообще? А, мощные дайверы. Я понял. Чуть-чуть не успел накинуть ловушечку. Долго ж ты его убивал, того летающего, блин. Я ж перешел за контроль того, понял. Что-то так плохо работает тап. Надо исправить мне фокус. Поменяй настройки, а я сейчас сюда тоже. Да я тоже уже ж поменял, блин. Сейчас а, я... блин, я стелс кинул, вот черт. И что тут запомненная цель? Вон, она сформят. Нет, как скриншот. Блин, это вообще нет. Ничего, пусть формят. Я должен найти фокус, потому что я так не могу. Аукцион, немысленная книга, кровавый, вот чёрт. Не помню, как это. Ну и забежал, да? Угу. Или поворот, блин. Слышишь, выйди, помоги. Да, я тут уже. Сразу его поднимай. Я пытаюсь. Что такое, ну? Так. Слышишь, а ты выходил поднимать это, помогать? А вот я бегаю, ты видишь? Да? Блин, бах. Я не вижу. Ты у меня лежишь на кладбище. Ладно, сейчас я перезайду.